Добрый день, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на кухню умелой хозяйки. Готовим очень вкусные помидоры по-корейски. Это великолепная закуска, которая улетает со стола первой. Готовится очень просто, а в сезон помидоров получается недорогой и очень-очень вкусный. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, приглашаю вас подписаться на мой канал. У меня вы найдете много вкусных и простых рецептов. Для этой закуски лучше использовать упругие помидоры, которые не так сильно пускают сок и не превратятся в кашу. У меня помидоры сорта сливка. Они разного размера, поэтому крупные я режу на 6 частей, а небольшие на 4 части. При этом основание плодоножки удаляю. Пучок укропа и базилика нарезаю мелко. Если не имеется под рукой свежий базилик, то можно заменить его на сушеный. Отправляю зелень к помидорам. Очищенный чеснок нужно мелко порубить или пропустить через пресс. Количество чеснока регулируйте по своему вкусу. И также горький перец. Я беру небольшой кусочек зеленого горького перца, из него я удалила семечки и режу мелко. Если не любите сильно острое, берите еще меньше. У меня помидоры получаются средние по остроте. Добавляю соль, сахар. Наливаю уксус 9%. Черный молотый перец. И растительное масло без запаха. Теперь нужно очень хорошо все перемешать, но при этом аккуратно, стараясь не повредить помидоры. Если у вас сильно мягкие, то, конечно, лучше их выложить в один слой и просто сверху полить этой заправкой. Теперь помидоры можно разложить по банкам, либо также мариновать в этой миске, но накрыть пищевой пленкой, либо использовать пластиковые контейнеры с крышкой. Я отправляю в контейнер все помидоры, поливаю сверху оставшимся маринадом и ставлю закуску в холодильник минимум на 2 часа. И после этого помидоры можно кушать. Если помидоры стоят более длительное время в маринаде, то, конечно, они получаются еще более ароматные и вкусные. Друзья, желаю вам приятного аппетита, отличного настроения. Если видео вам понравилось или было чем-нибудь полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые вкусные рецепты. Смотрите другие мои видео. Желаю всем добра!